Урок 21, буква Айн. Давайте посмотрим, как пишется эта буква. Давайте еще раз напишем. Над строкой, под строкой. Так пишется буква Айн. А теперь давайте вместе попробуем правильно произнести ее. Айн. Айн. В русском языке нет звука, подобного звуку буквы Айн. Поэтому часто ее произношение вызывает трудности. Но раз за разом, тренируясь, вы, иншаллах, придете к нужному результату. А теперь внимательно послушайте еще раз, как правильно произносить букву Айн. 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 Что нужно знать про букву Айн? Это горловая буква. Поэтому при ее произнесении мы используем только горло. Айн. Айн. Звук как будто бы исходит от середины горла. Айн. Айн. Попробуйте повторить. Айн. Также буква Айн относится к мягким буквам. И не стоит ее произносить твердо. Ойн. Мы ее произносим мягко. Айн. Айн.